Шприцы не разобраны. Еще в белом пакете. Не разобраны. Белый. Поршни, шприцы. Имеются следы бурого цвета, похожие на кровь. Это одно из типичных нарушений для фирм, занимающихся утилизацией медотходов. Иглы и шприцы должны быть обезврежены после использования и отправлены на временное хранение до дальнейшей утилизации. Это медучреждение нарушило закон. Отходы хранились на площадке, которая находится недалеко от жилых домов, и на нее не закрыт доступ. Тогда нарушители оштрафовали на 100 тысяч рублей. Прошло полгода, и на территории предприятия были выявлены те же нарушения. Была осмотрена данная площадка, было обнаружено более 300 пакетов с медицинскими отходами, и только 44 из них имели бирки с названием лечебных учреждений, от которых данные отходы приняты. Организация «Энергоспецкомплект», принимая медицинские отходы, обязана была, значит, обеспечить наличие на данных пакетах бирки, чтобы наличие бирок, чтобы было индицировать. Возможность была идентификация лечебного учреждения. Как отметили в природоохранной прокуратуре, организация не имела права размещать на данном месте медицинские отходы и длительное время хранить их. В данный момент по этому факту проводится проверка. Прокуратурой будут приняты меры по недопущению нарушений законодательства в данной организации. Денис Лева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».